дорогие друзья, в эти дни, наверное, вы знаете, в Батуми проходит чемпионат Европы по тяжелой атлетике. Замечательно! Отчислили народные ассоциации Федерации хоккея Республики Беларусь. Восьмым титулом чемпиона страны. И под мои слова, именно Алексей Баранов, красавец Сибири. Взаимодействует директор со своим сегодня Павел Белый и Сапятовый. И они словно близнецы-братья. Игроки чемпионской команды.